Страх не пройдет, пока не начнете колоть. Конечно, угу. Конечно. Но вот мне немножко непонятно с вагантилом. У меня клиентка, ей 52 года, хороший птулоз такой уже, она резко похудела. Вы можете и поверхностно колоть. Вагантилом так я могу ее поколоть? Естественно. Да. И можете глубоко поколоть? А вот глубоко мне не очень понятно, честно говоря. Куда я ее должна колоть? А, вот так. Брыли. Подбородок, ухо. Уже в складку. Можно губа. На всю иглу, да? Нос, висок. Ясно. Вот, три линии. С двух сторон. А длина такая же, то что? С одной. Чтобы она поняла, как работает препарат. А покажите еще раз этот момент, чтобы не было там. Подбородок. Расстояние все равно, да? Да, 5-6 точек. Это классическая техника, поглубже, да? Ага. На всю длину надо? Нет. Да, фильтрационно глубоко, на всю длину. Сколько? По 0,05 можно. То есть нам депо важно создать. Показывают еще на семинарах, вот так столбиком сверху, вот так, прошивочку, так нельзя делать. Для чего? А для чего? Тоже, чтобы укрепить, тогда это стабилизированное лучше. Мягко стабилизированное, если вы хотите выровнять линию, а нижней трети, чтобы она более плавная была, да, то есть когда вот, чтобы вот здесь не собиралось вот это вот, да. Да, это филлер. Семинар контурной пластики. Юмарин Евгеньевна. Это филлер, это не биоревитализант. Но филлер, опять же, филлер филлеру рознь, да, вот как бы я это показываю на принцесс филлер, потому что он пластичный, он последовательно гидростматически заполняет объем. Большая ошибка брать плотный препарат и вводить сюда, то есть риск того, что потянется еще больше. Да, конечно, да, да. А большая ошибка в опущенный уголок корректировать наполнением его плотным препаратом, потянет еще больше, конечно.